нас на линии Том Ли. Привет, Том. Привет, как поживаешь? Хорошо. Вы недавно представили нам индекс страдания биткоина. Что это и о чем он нам говорит? Этот индекс – средство измерять уровень счастья владельцев биткоина. Индекс включает в себя такие аспекты – коэффициент выигрыша и волатильность. И сейчас он говорит нам, что холдеры биткоина несчастны. По шкале от 0 до 100 индекс показывает 18,8. Худший результат был только в августе 2011 года. По-твоему, это сигнал для противоположного инвестирования? Мы рассмотрели этот вопрос в нашем недавно опубликованном научном исследовании. Да, это хороший сигнал. Последние 4 раза индекс не опускался ниже 27. Скажем, 27 – холдеры несчастны, то данная ситуация – отличный момент для входа в биткоин. Но в краткосрочной перспективе, я думаю, это признак страдания владельцев биткоина. Каждый день они читают негативные заголовки по поводу биткоина, и я не буду удивлен, если многие из них захотят продать свои активы.